Дорогие друзья, Данск-класс, город Минусинск. Сегодня по ходу нашего конкурсного концерта я буду чуть больше рассказывать о наших конкурсантах, потому что дело в том, что мы перед нашим фестивалем дали им анкеточки, чтобы они заполнили их. Здесь было несколько вопросов, на кого бы хотели быть похожи, кем мечтаете стать в будущем, твое жизненное кредо или есть ли у тебя опыт участия в новом фарватере. Вот на эти вопросы они ответили по возможности честно, откровенно. И я буду вам по ходу нашего конкурсного концерта рассказывать о коллективах и солистах, выступающих на этой сцене. Ну что можно сказать про Данск-класс? Это неоднократные участники нового фарватера. Постоянно выступают с хорошими танцами, очень сильный коллектив, и я нисколько не давлю на наше уважаемое жюри. А в общем-то на жюри ты и не надавишь. Ну и мы могли их видеть сегодня на исполнении гимна нового фарватера еще. Итак, продолжаем наш концерт. Исполнительница следующего номера выступает в номинации «Эстрадный вокал». На вопрос, кем мечтаешь стать в будущем, она ответила просто, но очень мило. Хочу стать любящей мамой любящих детей и просто хорошим человеком. Самое главное все это совместить. Ну а жизненное кредо у нее «хочу, могу, имею». Итак, дорогие друзья, Дарья Голубева, Краснотуранский район, на осколках звездопада. Взрослыми обещаю.
Дарья Голубева, Краснотуранский район. Следующая выступающая на вопрос, на кого бы вы хотели быть похожими, ответили единодушно, причем это коллектив, это не один человек. Единодушно ответили на Тамару Ивановну. Вот бы посмотреть на Тамару Ивановну. Ну, в общем-то, если девчонки хотят быть на нее похожи, значит, все-таки достойный человек. В новом фарватере участвуют уже не первый год, и их жизненное кредо – если нет выхода, выходим через вход. Итак, дорогие друзья, это театр моды «Стиль», Курагинский район, полный улет. Естественно, они выступают в номинации «Дизайн одежды». Thank you.
Театр моды «Стиль», Курагинский район. Коллекция называлась «Полный улет», собственно, мне кажется, в прямом и в переносном смысле. Леди Гага нервно курит. Ну что же, продолжаем дальше. И участница следующего конкурсного выступления участвует в первый раз в новом фарватере. И что самое необычное, обычно в номинации «Хореография» у нас принимают участие коллективы. А вот здесь одна солистка. Итак, это Юлия Серегина, Каратузский район. «Последний вздох». Юлия Серегина, Каратузский район. Собственно, можно было назвать «Последний выстрел». Не, ну, выстрелы они такие. Каждый может стать последним. Ну что же, мы продолжаем. И следующая номинация у нас снова «Дизайн одежды». Вот очень интересно. Очень интересно ответили на заданные нами вопросы ребята. На кого бы хотели быть похожими? На отражение в зеркале. Кем мечтаете стать в будущем? Космонавтами и супергероями. Ваше жизненное кредо – победим, не победим, по-любому торт съедим. Молодцы! Очень позитивный настрой. Именно такой и нужен. Итак, давайте же узнаем, откуда эти ребята. Мастерская декоративно-прикладного творчества, дома детского творчества «Юность». Шушинский район. Лолипоп. Even the thought of you should give me.